большого атом, да? Если вы посмотрите в словаре, какого рода это слово, вы увидите, что это Г. В общем-то, вас должно смутить, как тех, кто уже второе и первое склонение знает. Заканчивается на омикрон сигму женского рода. Ну да, конечно, на омикрон сигма есть слова женского рода, второго склонения мы говорили уже, но это название городов, островов, деревьев. Так, а это атом. Оказывается, это сложное прилагательное. Томе – разрез, темно – делить. Альфа – отрицательная частица. Получилось прилагательное атомус, которое, как мы говорили еще сегодня с утра, сложное. Хоть оно и сложно, с отрицательной частицей. Поэтому как прилагательное оно двух окончаний. То есть мужской и женский род будет неделимых, неделимая, и отдельная будет форма для среднего рода атомус.